кстати, Игорь, вот о цирке. Если ваша бы жизнь сложилась иначе, вы не поехали бы в Америку, скажем, остались бы в Москве, вот как вы себе представляете? Вы бы тоже играли в кино? Или все-таки, может Нет, быть... я бы был бы тренером, потому что я закончил институт физкультуры. Или, ну, мне очень близки творческие профессии. Я бы был бы дизайнером. Я обожаю просто... Дизайнером там, чего? Интерьер. Интерьера. Да, интерьеров, там, обставлять квартиры, что-то делать. Обожаю просто, потому что у меня такое творчество. Или фотографом. Вот все. Вот это мои такие профессии, которые я... То есть, ну, мы так фотографием занимаемся сейчас? Да, фотографируем, да, абсолютно, да? Да. А где выставка? Почему нет выставки? К сожалению, нету. Это пока все для, внутреннего пользования. Мы можем организовать. Но... Зачем же для внутреннего пользования?